Бои финальные, а значит, самые зрелищные и эмоциональные. В субботу в Иванове подводили итоги четырехдневного турнира памяти мастера спорта СССР по боксу Василия Кудрявцева. В Ивановской области эти соревнования проводят с 1959 года. Стоит отметить, что в этом году география мероприятия шагнула за пределы России. На турнир приехали гости из Финляндии и Эстонии. Хотя иностранных спортсменов могло быть и больше. В календарном плане поменялся чемпионат мира по боксу по мужчинам. И нам обещала Латвия приехать, Литва, Украина, Беларусь. Ну, на будущий год планируем, что все это получится у нас. Представлен Центральный федеральный округ там и Поволжье. В этих 11-летних боксерах всего 40 килограммов веса, зато какой удар. В красном углу ринга ивановец Никита Кульков. На его счету уже 30 боев и 25 побед. После этого турнира медали в копилке прибавилось. Спортсмен из Нижнего Новгорода Самвел Гаспарян уступил Никите. Слышу подсказки тренера, да. В бою слышу только тренера и все. Самого себя. Делаешь все, что нужно. В этой паре оба спортсмена из Ивановской области. Только в синем углу боксер из Вичуги, а в красном – из Иваново. Весовая категория юноши – 59 килограммов. И тактика друг друга им хорошо известна. У них уже был совместный поединок. Уходишь, главное не перегореть. И все будет хорошо, выиграешь обязательно. Вот. Нужно больше подать и сильно, чтобы соперник растерялся. Он отходит назад больше, хорошо работает назад, а я хорошо работаю вперед. И получилось его встречать справа. Ну, мне кажется, все получилось. В этом бою Михаил Наумов стал первым. Ивановская школа бокса вообще очень хорошо выступила на турнире. Местный спортсмен почти в каждой паре. И в большинстве случаев победа доставалась именно хозяевам ринга. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.